Всем здорово, ребят. Ну что, на Тайване уже наконец-то сегодня открылся новый шарик. Я что-то про него даже и забыл. Вот так вот он выглядит. Что у нас интересного есть? Ну, как обычно, это мы здесь не поменяли. А... 50, но оно редко выпадает. Скины на здание, скины на малыша Ника, скин на Рину, который, по сути, нафиг не нужен, но в принципе для прокачки дальнейшего надо, но его можно и так получить с карты богатства. Вообще печально, вот здесь вот реально вообще печально по скинам. Не знаю, что-то скин на Бигфута, ну ладно, согласен, скин на Рину нафиг, малыш Ник и карточка пропуск, печально. Скин, два скина на здание, нету никаких расходников. О, у нас сегодня 3. Дальше, обмен героев. 20 тысяч кгшек, душек. Честно говоря, такое себе. Печально тоже, как по мне. Седна. А, это вообще просто душек 195-го. Первая эволюция на 20 этих осколков. Ну, это еще, кстати, куда не шло. И то, опять же, без донаты сливать. Стрелок, 5000 самоцветов на 20 этого. И Фрея, целая Фрея второй эволюции, блин, да вы что, прикалываетесь, что ли? Это просто жесть. И 200 еще слизней, обмен на 10 этого героя, ну это реально бред. Как по мне, это вообще невыгодно. Ну а здесь обмен ресурса. Ну, короче, я не знаю, ребят. Честно говоря, реально, какой-то печальный новый обмен, печальный новый шар. Реально говняные, как по мне. Ничего интересного, ничего толкового, к сожалению, нет. Нового ничего у нас не добавили. А, ву, нифига себе, посмотрите сюда, ребят. Обалдеть. А, вот он этот приз, который дают всем. Супер. Наконец-то дали нам расходники, дали эти плюшки. А, вот так вот дали всем возможность. Сейчас я зайду на русский сервер, глянем еще разок. Надеюсь, на русском дадут. Так, обмен, карта. Это фигня и это. Ну, поехали, посмотрим. Так, оно еще здесь, я гляну. Или ничего нового, интересного такого нету. Но дали расходники, вот это хоть радует. Эти расходники, которых все ждали, всем интересно было. Посмотрим, насколько же они упростят добычу. Так, тут, по-моему, за обмен. Так. Русталка. Пират. Пират тот же, ничего не поменялось. Да, тут ничего у нас не поменялось. И хрустальный тоже не изменился, печеньки есть здесь. В общем, вот так вот. Ну-ка, поехали, посмотрим по расходникам на русском сервере. Так, теперь самое интересное. Смена талантов за самоцветы обойдется на 40% дешевле. За самоцветы, ребят. Бред. Смена созвездий за самоцветы, ну, это еще на 20% дешевле в течение 30 минут, если вы нарулите нормальные созвездия одному герою. Вот это вот, да, это нормальная тема. Смена атрибутов питомца для бездоната — это хрень, для доната, ну, на 30% дешевле, ну, в принципе, нормальная тема. И четвертое — это найм героев за самоцветы обойдется на 20% дешевле в течение 30 минут. Вот это вот нормальная тема, я считаю. Поехали обратно на Тайвань. Сейчас посмотрим, как это все будет работать, как оно отображается. Так, я эти итемы не забрал. Вот они, еще один не забрали за найм. Места не хватает. Беда.
Вот так вот. Найм на 20% в течение 30 минут. Но это при роллинге, в принципе, довольно-таки выгодно. Только единственное, у меня вопрос. Это 40 раз, 40 ограничений. Давайте посмотрим на примере. Вот здесь. 29 минут мы запустили. По идее, у нас 20 смен. Войти. Так, это бесплатка, если мы используем... Вот, 180, да, все-таки дешевле. Мне интересно просто, если я использую такой вариант, карточку считает мне 20-20 стоит, окей. Это, честно говоря, фигня. Так, за самики никто уже давным-давно этого не делает. Пятерка сразу же выпала, нифига себе. Единичка. Смотрим, сколько попыток всего. Это самое интересное. Да, минус 2. То есть максимум, что вы можете нарулить, ребят, одна карточка используется на 40 героев, используется на 20 смен, на 30 созвездий. То есть это реально еще ограничение. Ну, честно скажу, это фигня. Да, это дополнительный какой-то бонус, но реально, по сути, как по мне, это реально дичь полная. Потому что, ну, магазин этот нафиг никому не нужен был. Лучше бы сделали что-то интересное, в плане какой-то прокачки, я не знаю, чего-то интересного. Потому что эти обмены, они нафиг не надо. Вот здесь скин на Рину можно добыть и так. Его добавили в шарик. Так, идем обратно по магазину, пройдемся. Ну вот, найм героя за самоцветы обойдется на 20% дешевле в течение 20 минут. 30 минут даже. 40-40 наймов, это, ну, 10 раз. Ну, в принципе, для бездоната это да, я согласен. Вот это вот вербовщик героев самая тема будет. Фигня. Смена созвездий. 30 созвездий, это вообще ни о чем. Это разве что, знаете, где хорошо будет на последнее. И то, даже если на последнее минус 20%, это там сколько? 1900 по 2000, по-моему, да, там по 1900 это минус 400, 1500 будет. Ну, такое себе. Честно скажу, печаль. Получить 3 строителя плюс больше наград. Ну, больше наград, в принципе, с подземелий. Это с обычных. Быстрое строительство. Демонстрируется чайка можно на 25 в течение 1 часа. Экономия времени, ну, 300 самоцветов. Есть молотки для этого, прибыль с рейдов нафиг не нужна. И выращивание питомца на 75 в течение часа. Короче, что вам сказать? Думаю, вы так все понимаете, что реально этот магазин нафиг никому не нужен был. А, еще я хочу сейчас забежать, посмотреть. Может, у нас на Тайване. Так, может, у нас на Тайване есть интересная вещь. Что-то поменялось в магазине. Сейчас попробуем 57 за такую карту. И пару тычек сделаем. Тут нифига. 15. Я его и вытаскивал отсюда вторую карту. Все, у нас больше самиков нету. Теперь есть. Пробуем еще разок. К сожалению, ничего нету. В общем, вот так вот. Ничего, к сожалению, нового нету. По итемах я не знаю, ребят. Ну, честно, шар просто печаль. Полная печаль, как по мне. Ну, понятно, для бездоната это дополнительные скины. Да, ладно, хорошо. Пусть будет обмен вообще ни о чем. Полная печаль. Ну, это чисто для доната. Тоже, как по мне, реально нафиг ненужная вещь. В общем, вот так вот. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Ждем этой акции, этого подарка на русском и на других серваках. Всем удачи, всем пока.